Красный цвет, что так популярен в китайской культуре, это все-таки цвет любви. Надеюсь, ты еще помнишь, что скоро день влюбленных. Конечно, я помню. Ну, а если вы еще не нашли свою половинку, это вовсе не повод расстраиваться. Никогда не знаешь, когда и где тебя поджидает амур. Влюбиться можно с первого взгляда, говорят наши корреспонденты Миша Серков и Денис Обуховский. И они готовы это доказать в новом эксперименте. Смотрим. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, есть ли у вас вторая половина? Нет. О, держите. О, спасибо. Всем привет, с вами Миша и Денис. Именно сегодня мы решили проверить, есть ли любовь с первого взгляда. А как мы это сделаем? Очень просто. Ну так совсем уже другое дело. Ну да, мы готовы искать любовь. С вами Амур и Купидман. Купидон. Поехали. Девушки, у меня что-то с глазами. Мне кажется, я не могу оторвать их от вас. Меня зовут Купидон. Скажите, у вас есть молодые люди? Нет. Хотите найти красивого молодого принца без белого коня? Конечно. Пойдемте поищем. Очень приятно, Амур. Очень приятно, Амур. Ребят, есть девчонки у вас? Нету? Найдем? Давайте поищем. Вашей маме зять не нужен? Девушка, вы не подскажете, как мне пройти к вашему сердцу? Здорово. Я Амур. Слышишь, Амур, сейчас так вот Амур. Хорошо. Для девушки главное внимание, поэтому если подадите ей большой подарок в виде сердца, мне кажется, она просто растает. Смотри, как я говорил, в шапке. Ну не Ламборджини, правда? Твое. Куда ты? Куда ты? Куда ты, Машенька? Куда ты? Гляди, моя тень. Это тень Амура. Привет. Привет, я Александр. Александр, очень приятно. Скажи, у тебя есть вторая половинка? Нет, нету. Нету? Нету. А тогда тебе нужно пройти со мной. Пошли. Приветствую, Купидон. Скажи мне, есть ли у тебя вторая половина? Нет. Предлагаю найти. Пойдем. Ну что, так, а ты же... Да? Нет, так а никак... Ну, что? А, ну, видишь? Любовь. Да ёк. Действуй. В нашем эксперименте нам удалось познакомить более 5 пар. Перерастут ли эти отношения во что-нибудь серьезное, мы не знаем. А мы знаем одно, что любовь с первого взгляда существует. Если не верите, у нас припасены еще парочку купидонных стрел.